Вот. Что это лирическое будущее? Давай. Да, я сам себя буду снимать. Я хочу смотреть, сколько людей зайдут сюда. Покажи. Что? Вот, смотри, покажи. У нас 17 тысяч. Нет, сколько людей не зашли? Они зайдут, увидят начало. У нас 17659 участников, которые подписались на аккаунт. Вот здесь посмотри, сними. Вот сними. Видишь, 360 страниц. Они здесь вот так идут. Вот, посмотри, 16 тысяч, 15 тысяч. Здесь все ники. Здесь есть кто все абсолютно, кто участвовал. Хасбугай выставлял, что время мало есть. Вот все, кто успели поучаствовать, вот видите, 10 тысяч, 9 тысяч, вот все ваши ники вот здесь. Теперь у нас есть... И здесь нельзя менять, посмотрите, я не могу ничего писать. Это как картинка, я ничего писать не могу. Да. То есть, если число выпадет, мы поменять не можем число. Ой, имя, оно вот здесь сохраняется. Да. Вот сайт рандомных чисел. Здесь мы ввели 17656. Как вот здесь участников количество. Вот они. Посмотри. Вот, покажи. 17659, 17659. Все, собрались люди? Да. Теперь первое место, кто выигрывает приору. Да, даже? Это главный приор. Нажимай сгенерировать. Нет, оно сейчас в эфире стоит. Давай, стой, давай я тебя буду снимать. Нет, стой. Знаешь, что лучше? Давай так сделаем. Смотри. Пускай эфир до 10 какую-нибудь цифру скажешь, и я это столько раз нажимать будет. Проблемы сделаешь, отвечаю. Давай лучше один раз нажми. Нет, ты потом возьмешь, случайно 9 раз нажмешь, и люди начнут ругаться, что ты 9 раз нажал. Не будут. Вот проблемы делают. Давай, выбирай. Сколько раз будешь нажимать? А ну, один пять город. Эй, а ну, давай говорите здесь, сколько раз нажал. До 10 только скажите. А если как сам придумал? Ты, а если 100 раз скажешь нажать, потом сам? Эй, я же до 10 сказал. Вот, все пять город. Может, здесь 5 они увидели, они поэтому говорят. Чисто 5. Вот эту пятерку им смотрю наводят. Давай, 5 раз нажимаешь, получается, даже? Да. 5 раз нажимаешь, давай. Раз. Один раз нажимаешь. Смотри, ты точно считай, я не буду считать. Ты точно считай, сколько раз. Раз. Раз, пойди, вот число. Давай, два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Все, вот сейчас победитель выйдет. Пять. Вот сейчас победитель выйдет. Давай, нажимай. Пять. 7520. Кто в самом начале начал участвовать, этот человек должен сейчас выиграть приор. Вообще сейчас выиграл, я приору заграничный начальник. Если кто-то за границей, наверное, деньги надо будет. 7520. Вот они. 7000. Эй, включи здесь, найдем. 520. Что, что? Вот он. Раджаб Мурос. Давай. Что, что? С Таджикистана кто-то выиграл. Да, я напишу. Давай я себя буду снимать хасбула. Давай. Какой? Вот. Раджаб. Вот где видишь? Вот. Раджаб Мурос. Раджаб. Где лучше? Вот, Раджаб. Мурос. Раджаб Мурос. 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 Нет, там не сын. Ну, сын. Это лучше в директе надо. Нет, смотри, зайди где Иглс футбол стрелец. Вот это, да? Подпиши. Я знаю, как Хасбула. Ты так не найдешь, Хасбула. Хасбула, ты так не найдешь. Дай это одну секунду, пожалуйста. Что, что? Рад, я тебе 100% говорю, ты так не найдешь. Хорошо. Зайди Иглс футбол страницу. И в его подписчики зайди, там прогрузится. Вот, во-во-во. И вот здесь напиши Раджаб. Рад. Не такая Д, брат. Давай да я быстро напишу. Раджаб, хорошо. Там нет. Раджаб. Вот Марашин Инша, Раджаб. Муро. Муро. Вот он. Вот он. Раджаб Муро.
Он на тебя не подписан? Он на тебя не подписан, все, переигрываем. Подписаться на тебя будет. Парень, подписаться в ответ не был. Ты же через свой профиль сейчас искал. Да, конечно. Все, он через свой профиль. Перер, да. Вот его аккаунт. Это его аккаунт, все. Теперь дальше так. Эй, вот скажите, не тупаешь. Сколько раз надо? Не сколько, один раз. Давай, объясняй. Давай, давай. Мишала. 16. О, кто в конце участвовал? Последний вагон запрыгнул. Я приворхом Агачёва. А что там, с Агачёва все в конце участвовал? 16 056. 16 05, dude. 16 05. Ну и кто, интересно, да, вот че? Вот он, Мугудин. Вау, дагестанец, прикинь. Снова Иглс называют. Мугудинов. Да? Да. Мугуты. Вот это, да? Да, это он. Другого же нет. Покажи, что полностью она не покажет, но это он, брат. Смотри, там другого нету. Мугудинов. Тоже, да, нет такого же. Мугудинов, да. Что? Посмотри, он на репост сделал. Он репост сделал. Он репост историю сделал. И в ленту сделал. А шалей. А смотри, на теперь левах? Он подписан на спонсоров. И на левах похоже, нет? На левах. Как посмотреть? Давай теперь спонсор. Лучше. Ну, надо посмотреть, 68 спонсоров есть там твои. Считать. Давай теперь считать спонсоров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 3, 8, 3, 8, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай я посчитаю быстро. Всего 68. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Все, на голову приору упал, да? Приору выиграл вот этот человек. Давай я напишу. Мусагудин. Да, он помимо того, чтобы в историю закинуть, еще и в ленту закинул. Сейчас будем разыгрывать семерку. Напиши, он выиграл приору. Все условия выполнил человек. Давай сразу рандом. Давай потом с ним пообщаешься, Хазбула. Напиши ему, он может на видео в связь выйти. Не, он ответит потом. Концы в каждом получит. Все, хорошо. Давай следующему. Нажимай. Кто сейчас забирает семерку? Смотрим. Давай. Раз, два, три. Делаешь. Пошел. Семерку жалко, а ты накажи. 5000! 500-05. 5000-05 выиграл. Прикинь, что дагестанец будет под 5000. Что за сильная тема? 5000-05. Просто он был красивый на мелу. Что же центр? 5000. По-моему, 0,77 больше на камеру один. Все, вот. 5000, кто там? Вай. Вот он. Амиржан. Омиржан. Нет, это вряд ли дагестанец. Это точно дагестанец. Отсюда. Омиржан. Оми.
Р. Джан, да? З. Ш. Вот он, да, Амиржан. На тебя подписан. На тебя подписан. Я не говорю, что вообще фигурирую. Бомба уже. Тебя же... Недавно как раз Хасбула был в Таджикистане, и сейчас Таджикистан будет отправлять свою семерку. Не, ох, условия не выполнили. Репост не сделали. Пальцев прошло. Не сделали. Все. Репост не сделал. Давай еще одну. Бисмилля. Прикинь, как ему обидно Хасбула сейчас, который с семерками. 7958. Тоже, скорее всего, из Таджикистана кто-то выиграл. Абдусаломи. Был. Как у тебя Марасик не сказал? Абдусаломи. Абдусаломи. А не подписан? Абдус. Ты неправильно, может, написал? Покажи, как ты написал. Абду. Абду Сао. А ты сам написал, а там Сао. Сао. Л и О. Сао М. Сао М. И Ми. Вот он. Да, вот Абдусаломи. О? Так, на тебя подписан. А что, сначала? Давай теперь посмотрим, сделал репост или нет. Сделал репост. Пожалуйста, выполнилось. Теперь подписан он на 60. Давай я быстро посчитаю. Ва, семерка в Таджикистан уезжает. Такеш! Так, давай. Так. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Забрали эти семерку. Языковой барьер будет. На тот месяц не должен быть. Все. Таджикистан уходит, семерка. А Приору кто выиграл? Тоже Таджикистан. Наш, вроде, ну, у них похоже на Дагестан. Короче, вроде Дагестане остается Приора, а семерка уходит Таджикистан. Надо же. Давайте сейчас они на следующий или нет проверим. А зачем? Чтобы показать, да. Подпиши, да. Я как хотел вообще приворачивать. Если что, ты в эфире озвучишь. Да, я уже. Я когда подставка не будешь... Сфоткай эту картину. Что за картина? Вот это. Они не ответили. Ответили? Нет. Если... Тогда знаешь, как сделать? Это если за 5 дней не зайдут машину. Когда они ответят? Мы 5 дней даем. Если не ответят, тебе остается. Не приедут за машинами.
Тебе остается? Не, остаются два. Кому остается? Ну, они же не забрали, а что делать? Ну, они же должны забрать все машины даже. Угу. 5 дней даем. Мы разберемся, да? Нет? И кто машины? Понял, все, условия, все, вот победители, держи эфир, Хазбулат. Все честно, максимально, ничего не скрывая, все сделали честно. По видео? Да. Вот один победитель. Сейчас второй. Вот второй. И когда они ответят, то там все любое сделать еще. Дай. Прикинь, ты просто подписался и на голову. За 10 минут две машины ушли просто. Не короче, 5 дней даем им, даже. Не, если, не, стой. Я думаю, если из Дагестана кто-то, ну, с России выиграл, я думаю, Пьер заберет. А если кто с Симоха не заберет. Положишь бабки, скажешь бабки. Не, продаем его, за сколько мы можем. Тоже да. И эти бабки отдаем ему, потому что он с границы с Симоха забрать уже не... Сюда же не приедет. А? 80 или 800? 80. Один потерял. Я думал, сколько американцев участвовали, и американцы выиграли. Эфир еще идет? Да. Сколько... Я станцию участвовал, я думал, я как это вообще выиграли русские говорящие. Потому что иностранцам как им на связь выйти с ним еще поговорить. Как мы выйдем, да? Сухарь вытянуть надо потом, что по-английски разговаривать с ним. Мы, короче, победителям выставим, кто ответит.